когда вот такая фигня происходит, у меня не получается ничего нормально сделать. А, вот такой вот торт прекрасный сделала наша Роза. Так же, как и в том году. Все пункты традиции соблюдены. Вот, кстати, вот твоя ручка. С подарком. Спасибо. Я так рада. Это не все. Вот тебе с днем рождения. Спасибо за классные ручки. Я все равно рада. Все, мы уже готовы есть. Ручки ему надо. Да. Оль, ты, надеюсь, не выкинешь нашу ручку? Нет, конечно. Ведь они должны быть очень дороги для тебя, Оль. Роль. Ой. Я же говорила, вы там что-то надумали. Я же говорила. Чего не понимаете? Это курьер, она думает, что это мы заказали. Она нам не верит. Это вы заказали. Я вижу по крестильному взгляду, что вы не врете. Нет, да. Нет, я тоже. Снимай лицо, только пан. Это вы, блин. Надеюсь, это не то, о чем я сейчас подумала. Это то, да? Что это? Расскажи, что это? Да это не мы. Что вы мне гоните? Серьезно? Я уверена. Мы подарили две штуки. Я вам не верю. Здравствуйте. Да. Спасибо большое. Большое просто. Спасибо. А от кого мы можно? Я знаю, от кого это Flower Power. Любимая наша Ольга. Зайки мои, спасибо. Команда Фэн. Дайте я на видео засниму. Солнышки мои. Пипец, а ручки взяла, выкинула просто. Вкусный салат. Какой-то странный. Тиль, хватит жрать. Чем ты откусать будешь? А что с этими ручками не так, я не пойму. В смысле? Мы исполним. Ими нужно написать пожелание на салфетке, Оль. Да, желание сейчас напиши. Отлично. Половина букв одной ручкой, половина букв другой ручкой. Начинай с тоненькой. Ну, не посры. Сейчас мне ответить надо. Меня не посры. А девочки мне ручку подарили. Оль, напиши пожелание. Что вы задумали? Ничего не задумали. Пожелание или желание, что я хочу? Пожелание себе. Сучки. Что за ручки такие отстойные? Напиши давай. Там нет стержня. Дави. Там вообще ничего нет. Вообще ничего. Понимаете? Там совсем ничего нет. Прикольно. Я что-то там вижу. Зубочистка есть? Ломай. Зубочистка есть? Если мы сломаем, если ты сломаешь, мы не обидимся. Блин, такое оригинальное. У нас светофильтр для фотоаппарата. Это ломать придется. Блин, мы жойки, так оригинально, капец. Я думаю, что с Роза с этой ручкой ко мне пристала? Подумать про. Блин, вы жойки. О! С днем рождения! Ура! Мой торт! Там написано, Оля и Дима. Это Оля, а это Дима. У них все день рождения. Спасибо большое.
Ты бы знала, как девочке подарок подарили, вообще смешно. Подарили две ручки. Просто отрепетировано? Импровизация, только импровизация. В общем, давайте спасибо всем, что собрались здесь. Я, как всегда, в малине, да? Очень приятно. Вам того же самого, то, что вы нам все пожелали. Еще не ждала. Еще не получилось. Мы хотим сказать огромнейшее спасибо. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что меня поддерживаете. Ну, подружки же, как бы, девчонки с девчонками. Вы поддерживаете меня всегда за мои идеи. Никогда, даже когда что-то не так делаю, говорите все напрямик, говорите все в лоб, а не таите все это. Мне очень нравится ваша искренность, и я очень верю в нашу дружбу. Больше всего мне хочется сказать спасибо любимой маме. Мы с Димой тебя очень сильно любим, ты это прекрасно знаешь. И по большей части это праздник для тебя, потому что ты нас вырастила, ты нас воспитала. Сейчас расплачусь. И мы безумно тебя любим. Мы обязаны тебе всем, потому что ты вырастила нас, отдала всю себя. И я надеюсь, мы тебя никогда не будем обижать и будем больше прислушиваться к твоим словам. Я на это очень надеюсь. Надеюсь, мы тебя не будем... Прислушайтесь, пожалуйста, не берите собак. Собаку я буду брать в гостевом. Вот, и я хочу сказать большое спасибо своему любимому брату. Ты у меня самый любимый, самый родной, ты моя опора. Все, я сейчас заплачу. Я тоже. Я знала, что я сейчас заплачу. А что плакать-то? Радоваться надо? Это от счастья. Вот такой подарок девочки сегодня сделали. Такой классный торт. Ладно, я люблю. Так, спасибо, хорошая. Не смешите меня, а то морщинки будут. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Не понимаю я, Галина. Попробуй. Нет. Я попробуй, мам. Я чуть-чуть прям. Чуть-чуть попробуй. 6 или 5 лет я пробовала курить. Да, это не сигареты же. Попробуй чуть-чуть. С тех пор я не курю. Вот попробуй чуть-чуть. Я попробовала только что. Нет, на видео не попробуй. Попробуйте еще. Прям себя, вот смотрите.